Все ребята – ученики 8-й школы города Рязани. Сегодня они открыли новую страницу книги школьных традиций. У них появилась своя аллея знаний. Сейчас польем. Все деревья здесь туи. Пока что это всего лишь небольшие ростки, но скоро они станут большими вечно зелеными деревьями. Аллея знаний не только память, которую оставят ученики школы после выпуска, но и дань уважения Роману Соколову, самому известному выпускнику школы, герою России. Его имя и носит учебное заведение. Родители Романа Соколова присутствовали сегодня на высадке аллеи. Наверное, нужно нам всем сказать спасибо тем, кто помог создать эту аллею. Я думаю, что и вы будете посещать эту аллею и будете смотреть за этими деревьями. Может быть, их надо когда-то полить, может быть, травку пополоть, но так, чтобы эти деревца принялись и росли на территории нашей школы. В посадке деревьев на территории школы участвовали все ученики. Эта аллея памяти появилась благодаря общим усилиям. Теперь важно поддерживать ее в таком красивом состоянии регулярно. В этот прекрасный, еще раз повторю, солнечный день особенно почетно, особенно трогательно, что здесь семья героя, того человека, на которого, я уверена, вы равняетесь и будете равняться. Давайте вот сегодняшний день наполним памятью снова об этом человеке и новые вот эти деревца, как символ новой жизни и как символ памяти, пусть навсегда останутся с нами. На нескольких деревьях аллея памяти не закончится. Планируется, что каждый год выпускники будут высаживать новые деревья, тем самым одновременно и облагораживая школу, и оставляя такую заметную память после себя. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».